сиди там с Веркой будешь общаться. Да не, нормально все, я здесь пойду. Базаришь, точно? Да. А если Клокверк там? Хотя если Клокверк там, то мне там точно не стоит, на самом деле. Нормально. Дело такое. Хорошо, Иван, хорошо. Так, тогда вот так, вот так, вот так. Вон Тангла, Близ, Дрэгон. Драгон. Драгон. Все, первый его с ним танка. Но у них там, походу, ВРК на меде будет. Или Тинкер. Дегон. А, да, слышишь, Nexus-то саппортит. А кто там против нас? Nexus, Tron. Короче, М5 против нас. Muzzle Fire. Там по-любому где-то Вигас еще есть. Где-то Вигас? Москалям можно пофидить. Да нет там Вигаса. Че, засал, да? Ой, иллюзии поднимаем. Они, короче, в топсе. Не, Балнар так-то на рандоме в этот раз пришел, блядь. На рандоме? Да. После так игр. Так все. Говорят, играй. Ты дал слабину, а вот, играй, пожалуйста. Все-таки вейеры. А у меня господин Вивер. Лагаю, лагаю. Лаги, 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 лаги. Бля, еще и зомби у меня тут. А у меня тут нормально все, ребят. Не переживайте. Вообще не переживаем. Ван, ты с той ноги сегодня встал? Да. Походу нет. Что быкуешь? Ты что, говоришь, я не переживаю за тебя? Ой, блядь, сюда идите. Шаф! Пулить пошел, братик, братик, пойди, пойди, сделай же что-нибудь с этим. Боже, зомби, ты че, блядь? А, блядь, помогите мне, хлопцы. Не могу убить их. Пизды, да я убить не могу. Нет, там еще? Когда не в курсе, что делать надо. Кто там, ты говоришь? Мне? Да. Мне зомби Свен. Я тогда сейчас приду. Ну такие, какие-то несерьезные ребята. Что-то тут бегают, пытаются. А один умер уже. Ну вот да. Только я за него экспириенс не получу. А этого буду? Да. Мне 5 секунд. И, кстати, я сам и... И этого, может? Не. Сейчас я дам. Давай. Готов. И 8 секунд. А на том баш есть, да? Да не, нет, он второй левел у меня. Слышь, блин, он на 2 дике. А давай не будем. Давай будем, ну до конца, ну надо. Я не хочу, чтобы он на 2 дике подошел, не дубас. Он отожжется в большей силы, блядь, 2 раза. Дикий. У меня же кулдаун дикий. Какой кулдаун дикий? Он не кидал его, пока я стоял там наверху. Он же в самом начале кинул сразу. Нет. Окей.
наверное. Засек меня. Кларить еще. Ну, снимаюсь. И руну чекает на топе. Трон делает игру. А, еще 4-я минута только, еба. Я-то думал уже 15-я. Это из-за пота все. Да? Да. Понял. Думаю, вот меня отъебашит ли 5-й левел, 15-я минута. Что за прикол, блядь? Просто что за прикол, блядь? Что он видит, блядь, здесь? Иван, да вы ебете? Да я бегаю. Эй-воу! Тинкеры первого левела. Ну что это такое? Свен с одним станом остался. Подойду. Блять, шестой был получить. На первое свену забирай. Да? Давай. Кто зомби? Давай отойдем. Ой-ой-ой-ой, блядь. Пощади. А что за зомбаки такие жесткие? Давай. Да сейчас шестой надо получить, Иван, я не хилюсь. У меня 100 хп. У тебя зомби пошло. У меня 2 крипа, шестой. Это там один. Очень много спаунов. Просто, блядь, катастрофическое количество спаунов. Пошли. О, блядь. Не, Иван, без меня. Да, ребят, а, у тебя хп 0. А я тебе говорю, у меня 10 хп, блядь. 100 хп, точнее, меньше, да. Это хдшечка творит, это такая какая-то поплава. Серию дай шестой получить. Я понял. Да я тебя понял. Реально не видел. Да ладно. Одной смертью меньше, одной больше. Все, а теперь поехали, два бомжа, блин. Счищают, блять, его нахуй. Верки-то бежатся. Ну, под Дред? Да. Как все? Да, как пока. Дела на границе? А, это нормально, не очень вообще. Это хорошо. Только ключника нету. А, он сдох? Молодец. Угу. Борды у пацанов стоят. И бежать. И я его убил, да сюда. Тут во всем лесу везде стаки. Везде. А кто нас способен? Слышишь, брат, видишь, вот здесь такая позиция интересная. Какая еще позиция? Если ты хочешь, Иван, то можно. А вот он. Пошли, если что, ульт у тебя есть, да? Да. ТП от кого-то. Есть. Можем и этот цель. Ну, я иду, давай. Ладно, не надо. Отойди. Все, понял, уходим. Чужок, отойди. Они везде. Типи сейвы. Угу. Типи сейвы, блядь. А что за хуйня? Что у тебя мана нету, блядь? Давай, ты пауэр же нажимай, нажимай, нажимай. Боже, он грызет эти проходы. Так, ладно, поеду-ка я тоже домой. Иван, а ты как по рунам все собираешь, да? Не, не. Все, понял, тогда беру себе банку и не въебываюсь. Лаги, лаги, лаги. Давай. Погоди. Очень плохо, что? Да. Очень плохо. Я умру, короче. Не, у меня стан еще не скоро. Уйди! Так, а че уже уходить? Че уходить-то, Иван? Ботлом намажу, блядь. Ну, дубас. Что за че уходить? Я тебя мазал ботлом, еще один раз и все, и ты живешь. Не видел.
У меня пол миллисекундочки до прыжочка осталось. Так, а что у нас у силобира? Ну-ка. А, медосик. Медосьем. Ебать. Да ебать. Да умрись. У меня тут клокверк объявился. В принципе, подарочный. Так, а почему Тинкер так себя... Я выйду, когда он чувствует. Пусть мне швырнет станчика, что ли. Сверху люди хочешь? Нет. Мэ? Will play it. Бать, что трон творит. Бля, так очень еще у них везде, вот везде все стоит. Может там дредни бегать? Там центрики у них. А фармить кто будет? Да, я фармлю эншентов с тинкером вести. Нормальная тема. Вот смотри, вот здесь тинкер качается. Угу. Бегу на него. А, вот с другой стороны. Понял. Не успею уже. Угу. Он спасает. Я самых вкусных забираю пока что. А мне будет намазать? Нет тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это, ребята, блять, оперативно работают. Оперативненько. А чё я не могу купить? Алло. Так, я поехал. Метавора не поеду сейчас. Ну сейчас закончится у Свена вся хуйня скоро. У нас глиф есть, давайте дефить. Давай. 8 секунд. Я подъезжаю. Что ты хочешь, тоже... блять, Вася, блядь? Тавр, 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 тавр. Верочка сладенькая. Не достану. Не достану, достану. Есть что-то? Ну, пока... У меня пока ничего не так. Я тинкер, я грызу. Родная бить. Бьем, 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 стараюсь. Опять помощь. Не? Ну, 3 в 1 пусть будет, блядь. Ай, сука, так не достал. Ничего не закончено. Да не достал, больше, блядь. Еле выжила. Сука, не достал, а? ДД, снизу надо? Да, я возьму. Сейчас только делать, но весь не вышло. Честно, честно, блядь, честно. Сентри ебучие. А лундрой тем временем Т2 забирает, у него сакрит, наверное, уже там. А, ну почти. О! Найсецкий! Видишь, блядь? Урсы не хватает, так бы еще и рошаны падали. Вообще при бабках были все время. Ну вообще да. Сука, один удар бы выжил. Иван, что там? Вот тавр агрессивно заберем. Поехали. Хочешь прыгать на него, ага? Да-да. Я его вспрыжка сломаю. Так, и вот в это вот. Ебанутые кончи, блядь. Все вместе, блядь, без товаров здесь тусуются. Тавра нету, блядь, они вот тут. Тусовка, блядь, Z. По-моему, назовем это вот так вот. Да. Реально, реально, парни, реально, да.
блядь, какой шикарный тимбилд у Нексуса. Это я пошел. Ой-ой-ой, пройдись. Да. Да у тебя верху есть. Фарм. Я сейчас подойду на вырубку. Ага, тут... Они все видят, блядь. Они здесь тусуются. У меня ульта нет. Вверху фарм, я поехал. Давай. Я тут уже лотарчик сейчас доделаю скоро. Я до следующей руны буду фармить, потом все равно я хочу что-то замутить. Во-первых, Иван, их тут много. А во-вторых, она хочет что-то сделать. Дядь, ну ты прикинь. Да я вот прикинь. Сейчас умру, лай, ебаный, ну-ка, что за хрень? Это плохо. Так плохо то, что я остановился, я видел, что он руки поднял, я бы от этой херни увернулся бы. Так, сука, хорошо, когда вас не трогает. Да, ну это реально уже несерьезно. Надо что-то с сыном там делать. Ну, вообще-то да. Здесь в этом что-то плохое. Так это не у меня одного, Иван тоже лагает. Угу. Так, Иван, ты тоже хочешь руну, что ли? Чё? Руну тоже, что ли, хочешь? О, слышишь, давай заебашим. Их там трое. Вот этого заебашим. ТП и клокер. А, давай. Сейчас походу. Это знаешь, как в этой в лоле, типа, есть Рошан, а есть еще да. Пидорас. Дракоша. Драконом ебанули сейчас. А только что-то баф не дается, да? Там не, же баф это передается. Опа. Так давай тогда вот это. А что там с радианцем? Есть? Давай. Я сейчас подойду. Или я не нужен, я подвлекаю. Пойду умру где-нибудь. Дайте мне добро, чтобы пойти сдохнуть. ВР-ка такая заходит, да, не подозревая. Давай ВР-ку. Да. Что ты сделаешь, если виндраннер не нажмёт? Это тут вы сам. Игоряк, Игоряк. У него, кстати говоря, нет этой залупы. Понимаете, о чем я. Пусть видят, что мы его убиваем, блядь. Это самое хуёво, когда ты видишь и ничего не можешь сделать. Да, очень печально. Чё, ну, ребят! Возьмешь? Да-да-да. Хотел настоять на своей кандидатуре. А ладно. Буду президентом. Настаивать. Так, мне, блядь, парочку крипчиков бы. В принципе, этого хватит. Только проблема в том, что я сейчас без ТП-шки буду. Это как всегда. Что? Самый оригинальный слот. Что? Ничего. Че тебе по КБ не нравится, алё? Линка. Какая линка? А он просто увидел только что предыдущего пацка. Да. В смысле, ты что, наркоман, блядь? Это самый нормальный билд, который можно придумать здесь. Вообще, блядь. А что ты предлагаешь? Да не, охуенный. Короче, они не ходят ни по своему лесу, ни по вражескому, ни по какому. Они выживают прямо одного. Тинкер Тревела купил? Купил, наконец-таки, блядь. Иван, есть ульта? Нет. Так. Есть парик до БКБ. С регеном, слышите, сейчас будет этот локер, можно разъебать. Кто это на меня напали-то? А мы разъебем сейчас их. У них в центре везде вся вот эта ебала. Корни, блять, брат, зауважал сразу, промазал, не беда. Блядь. О, там второй еще, слышишь? А что там? Так этих, этих, жрём, жрём, жрём. У меня КД, КД. Вот, блин. Нормально, нормально. Точно? Дальше не пойдем. Все. Ну, хоть он друид съел. Ай, дай, дай успеть, дай успеть. Дубас, не успел. Что ты творишь, ёбаный стыд. Это ёбаный стыд. Да столько много магии есть. Они дают воспользоваться.
Я зомби там убивал, должен был убить. Не убьешь? Нет, да? Где твой Эгис? Уже давно сняли? Уже наверху сняли, пока вы убивали там на этого Клока. Вы что-то выбрали. Так, а Леня у нас забрал что-то? Какой Леня? Друид, по-моему, забрал. У него что-то опять 2000 нарисовалось. Тинкера он убил. Уже Тинкера ушатал, да. Я вниз пойду, мне надо реально добивать своего. Да добивай, 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 я пойду по лесу похожу, вот этого бомжа пощемлю. Хотя он под нас видит, все, и улетает. Ладно, я просто поформлю его спать. Вот это, кстати, да, это ему обидно. Бля, там же реально этот поганый тинкер. Инвиз снизу, мне не особо нужен. Не возьму. А не, Клок возьмет. Вас можешь перепрыгнуть? Нет. У него какой-то там есть, блядь, все. Них у всех даст и сентри, блядь, и стоят они везде еще. Них вот здесь все стоит, вот здесь стоит, еще где-то я, блядь, пробегал, чувствовал. Чувствую, что что-то тут неладное. Айди, горяк. Террасу говорит будет покупать. Блять. Да у него все отлично, вообще, блядь. Тут вот Квакверк стоит. Лучше не придумаешь. Бля, что творит Игоряк? Ебаный стоит. Так, а сверху что за Свен? Почему он живой? А на Свене не глава? Похож? Игровой стиль. Сверху тавер надо это дефить. Похож с аватаркой, бля, я так, помню. Так, я понял, у меня кода пошли нету особо, да? Blow your brain, блядь, на свине катает, ёпта. В топе все. Враги. Враги не быстрые. Там у Клок умирает, как бы. Я захожу. Пином. Деремся? Ебать, он меня сейчас... Что, издеваетесь, блядь? Тинкер? Нет. Блядь, под маршами гнию, пиздец. Бегу очень долго. Связал? Я даже не бегу, наверное. Да, не скажу. А... Ты, блядь, улетел. Да ладно. Да, там ты был. Так, ладно, вниз за рунка, что ли, проедемся. Да ладно. А успеваешь? Ну вот, Ирчет разъебали ППЦ. Свен. 16 из БКБ. Так, ладно, раз руны нет, это плохо. И что это, блядь? Бах, бах, бах. Я, кстати, здесь сзади. Я тоже, наверное, прибегу. Я на верочку подойду, если она наверх. Так, короче.
Аутится. Что? ТП делают. ТП делают тут. Нормально все. Так, ну и руна, пожалуйста, пожалуйста. Я нижний. Я металл рублю. Опа! Кто Вигас? Кто Вигас? Хуй знает, он друид. Ну, в принципе, как вариант. Ох ты ж, Васенька! Я отвлекал от лондруида, чтобы ему там марши не накидали. Правильно, это неприятно. Разводил. Да я не видел сутинки Радагер, это последняя, аж как всегда бегу. Чтоб они за мной бежали. Иван, а почему, блядь, не было информации? Не знаю. Так дела не делаю. Свен сделал. А что там по за этому самому? По за этому самому. Прошану. Ну, вообще уже должен быть. По-хорошему-то. Идем, если по-хорошему. Она пойдет после рожанчика чуть поформлю. Так, баба я себе все в слоты, чтобы ёбу чё отрывать. Что за слот? Что за слот? Мистрил Хаммер. Мистрил Хаммер? Угу. В будущем дезолятор. В будущем это два Мистрил Хаммера. Да, все верно. Мистрил Хаммер. Во, слышите, ВРочка? Покупаем? Что там, а, там Свен с гемом еще. Ну ладно, кстати, варды-то не бьют. Я погнал. Угу. Наверху фарм. Только, сука, туда я начинаешь бежать. Туда. Только начинаешь бежать, и они уже все. Только вы смотрите, там снизу без меня получается. Хотя, Иван, ты вроде не готов драться. Что там на топе? Глиф? Да, я врубил, но тут дальше непонятно. Ну если... А ну сбивай ему, блядь. Эй, дымайчик, дымайчик! Ой, блядь, чё-то я... Бывает. Я думал, чтобы тебе сказать по поводу того, что ты сделал. А чё ты улетел, сюда не пришёл? Кто? Ты ушёл. Мы её на топе Тинкера убивали, я ж сказал, алё. Сбивай Дайер, я лечу. Это очень хуёво тогда, это просто... Очень хуёво сейчас Свену. Просто охуеть. Охуеть, как хуёво Свену, братан, серьезно. Вы еще до Тавра не дошли, я ж уже улетел. Алло. Я драться хотел здесь. У меня медведя больше нет второго, поэтому он не дерется с тобой. Я знаю, я зато дерусь один. Гем. Ох ты же, блядь, дагер. Дагер. А он гем забрал? Да. Ну, отдай, верни обратно. У тебя есть лот? Можете тавр... Выкидывай стики, выкидывай стики. Зачем? А, ты взял уже? Да. Тогда не выкидывай. Понял. А дай покачаюсь. Чайка. Да, хорошо. У меня просто артефакт скоро будет. Мечты. Вырка с даггером сейчас. Ох ты ублюдок. Да, Рошан. Сейчас Рошан-то точно есть, да? Точно беру я, потому что они меня заебали, блядь. А руны там снизу нет случайно? Блядь. Нет. Он еще и разрешение дает, блядь. Так, до дома что ли съездить, подлечиться? Да, так и сделаю, вероятно. Стиков нету, хосту не хочется вязать. Да. А я тут бабосы пока побегаю, пособираю. По полтосику. Все, топ. Тебе тоже оставить? Вред.
Не, не, мне все, я готов, ебаный. Давайте на мид просто подойдем. Я уже готов. Тут слишком много, чтобы просто так оставить. Тем более тинкер. Не, он друид уже сам походу не хочет. Нет. У нас кира с радианс на нем, можем реально тупо пойти закончить. Ну да. Дебаса сверху не будешь добирать? Не-не-не. Там что-то группировка у них какая-то. Вверка тут бегает. Вы не видите, что у них тут бегать вижу. Давайте нападать здесь. Давай, давай. Ну, зомби. Так, ребят. Я, блядь, напал. Сейчас оклемаюсь, клокверк. Ваня, Ваня, Ваня. Ох ты, блядь. Спасибо, Иван. От души, как говорится, похилил. Кто next? У меня нету манны, даже блинкнуться. Готовер. А, не, не получается. Ребят. Демон дали. Кто с веркой поможет? Ребята, ну какого хуя? Ну вот же они. Нам пиздели дают хорошо очень. Там Свен пизды дает. Блядь. Ребята, блядь. Ну серьезно. Три врага на мне. Просто очень. Блять, да ёбану, блять, я не понимаю, как мы вообще играем так. За мной бегают три врага. Бью верку. Красная на один удар. Свен не четверым. Так забить хуй на Свена и пойти бить слабых героев, которые тебя убивают. Он бегает 522, блять. Нихуя себе забить на него хуй. Так он вообще начал медведя бить, по-моему, нет? Или он за тобой бегал? Он меня начал бить. Мне с двух ударов, мне убил. Ну и забить. Ебашь, ну и забили, блять. И потом забили, да, на него. Я заебался просто. Пока вы заебывались, мы могли разъебать четверых. Это, блять, элементарно. У меня не было БКБ, Иван. Я бы с радостью. Трэд. Все летело в меня, Сайленс был на ВР. Понятное дело, что все в тебя, блядь. Иван, блядь, 400 хп, это нахуй... Пару молний и два удара вышки. Так, и вот эту вот хуйню надо, чтобы за Ваня нам успевать. Блять, аганим, что за пиздец вообще такой? О, хекс. Ну, друида хекс. Интересный молодой человек. Дальше-то готов, Дред? Я, короче, вот так бегу. Готов, готов, Иван. Сука, пиздец. Деремся? Вишена, нет? Блядь, любого, да, деремся. Бегаю за елками за 4 минуты. Иван, забавно звучало сейчас очень для зрителей, наверное. Ёбаный стыд, какая боль. А мы? Ну дальше я не успею. Я говорю, подхожу. Все нормально. Блядь, ну эти марши, это побою, блядь. Нам плохо. А, мы вторую сторону идем сразу ломать. Понял? Ну, медведь вроде не брезгует. Да. Вроде хекс дал. Вроде тинкеру пизды сейчас дам. Ну ёба, ебать. Ну кого вы хуярите, блядь? Кого? Кого? Почему я? Почему? Так, я пойду сверху покачаюсь. Надеюсь, лондруид не против. Все, огонь. Что, блядь, дебил совсем нахуй. Ну ты прям как в прошлой игре вивер нашего тинкера ломал. Ага,
Да. С догоном, да? А у этого что? И у этого догон. А что было, если бы не было догона? А что бы, если было бы 2700 вместе к 100? Ну, я скажу так, как бы с позиции вивера, если был бы у него хекс, я бы опасался его. Не, ну ты же за 2700 хекс себе не купишь? Нет. Ну ты можешь купить себе что-то, а потом выйти в хекс. Так, ладно. У нас какой-то наглухо ебанутый ландруид, блядь. Мой хавк его зовут, блядь. С хексули гоняет. Выбегает, дает хекс и натравливает медведя, блядь. С критами. Ну, Верка подходит и этот самый. Чокнул ту панду, блядь. Да короче, что за херня? Да куда он делся, алё, блядь? Тот ТП-шнул. Сейчас Верка будет связывать и убивать. Я бегу. Ай, Свенчик тут еще. Саня, блядь. Вызывай скорую. Там, блядь, у них умирают эти здания, блядь. Я зомби могу. Так, это нормально, я разбоним. Нормально. ВР-ка бегает тут что-то какая-то. Бля, вот это... Я вообще не знаю, что надо сделать. ВР-ка с этим билдом, Майлсторм и этот Аганим, это, блядь, более бесполезная хуйня, я в жизни не видел. Почему все собираются так? Потому что это бесполезная хуйня. Лучше Баттлфури купить. Ну типа да. Так я по сути вместо Аганима БФ столько же урона даст. Да баша ему, блядь. Еще можно баша. Да короче, блядь, ты что творишь? А ну иди, одей как вверх, блядь. О, все. Это все? Так, я для парсера себе Тараску в инвентарь возьму. Блять, ну большим отшельником, чем в этой игре, если я не чувствовал никогда в жизни, блять. А ты в каждой игре отшельником здесь чувствуешь, блять. Не, ну блять, вот бегаю в тени 4 врага, я ни одного из них не вижу. Хотя вроде идет бой, согласны все драться. Я, блядь, бегаю за 4 врагами в елках, блять. Враги скупили елки, построили. Грузи елки, грузи. Так смотри, еще 26 дают. Нормально. Ну конечно, очки заработали.